Это больной вопрос. Вот как раз еще с живыми людьми у меня как-то получается себя контролировать. Но вот эта вот жуткая ситуация того, что теперь это стало общедоступно и совершенно безнаказанно. То есть кто-то из любой точки планеты может... Я единственное, что я совсем не понимаю, что преследуют эти люди. Написать тебе какое-то огромное количество гадостей, причем, ну, не имея под этим никакой подоплеки адекватной, да, и я очень стараюсь, и меня муж все время одергивает, прекрати на это реагировать. Но меня это задевает, меня может это расстроить. Я просто не могу понять, откуда столько жестокости. Часто от очень молодых людей, то есть которые младше в два раза меня, просто ради какого-то своего прикола или чего-то написать какую-то гадость. И меня, конечно, это начинает клошмать. Но я над собой работаю, я понимаю, что собаки лают, караван идет. Что, ну, наверное, у людей в жизни только такие интересы. Я не знаю, было бы здорово, чтобы все-таки появилась какая-то ответственность за оскорбление. Потому что, ну, это правда важно. Люди стараются, люди работают, а ты сидишь там где-то за своим компьютером, на самом деле, чаще всего именно такие люди, ну, и ведут себя агрессивно в интернете, ни черта не делаешь, ничего вообще в жизни не добившись, ты сидишь и не то что судишь, потому что у тебя какое-то авторитетное мнение, ты просто изливаешь свой негатив, ну, извините, какие-то нечистоты на человека, который работал, для которого это очень важно. Ну, то есть, как в прессе есть все-таки цензура, и как журналисты отвечают, да, за какие-то высказывания. Я считаю, что все-таки надо ввести это и в интернете, потому что сколько клеветы, да, то есть под любой сейчас фотография какая-то там девица может написать, да я вчера ее видела, валяющуюся, я не знаю, там на полу, пьяную. И что? Это же будет клевета, а она ни за что не отвечает. Или просто оскорбление на... я же не сделала плохо этому человеку. Мне вот, например, был период, когда девушка писала каждый день постоянно какие-то оскорбления прямо у меня на стене в соцсетях. Но почему она за это не отвечает? Почему, как бы, я же ее не оскорбляю в ответ и ничем не оскорбила, никакими своими действиями или словами. Поэтому это, да, это ужасное явление, и с ним надо что-то делать.